X веком датируется фрагмент Каламдона Пинала из Афарсиаба. Этот артефакт был приобретен известным санкт-петербургским коллекционером Самуилом Дудиным в 1908 году в Самарканде. Каламдон украшен четкой надписью подчерком «Кюфи». Она содержит хадис. Сказано, что равновесие – это благополучие. А также здесь вписано имя владельца – Мухаммад Фадаль. По документам Эрмитажа, возможно, он был каллиграфом или писцом Саманидской канцелярии.